Привет, привет, мои дорогие ребят. Думаю, что пожрать, что-то хочется, не знаю. И вспомнила, я же еще с поезда не съемши вот эту вот вкуснятинку. И вот надо маслины доедать. Давно мы не жрали бомж лапшу, ну как же. Она у меня, представляете, сколько лежит? С приезда с моего. Сейчас я все расскажу и покажу. Прям аж слюни затекли. Все, что ли? Маслины. Ну, не пропадать же добру. Так, у меня имбирь. Ну, мы будем менять ракурс. Видите, вечером не очень там свет хороший получается. Имбирь. Давайте две пачки. Маслины. И биг ланч. Большой ланч. У меня вообще бигланч с сосисками. Ой, кусочек хлебушка у меня. Я себе его оставила в заначке. Ой, вкусненько. Ну, куда же без бигланча-то, без вот чуть-чуть-то, да? Потому что мои организмы должны быть красивыми. Ну, естественно, будем есть палочками. Для кого-то готовим, все равно для кого-то не готовим. О, наверное, обалденно вкусно. И мне не хочется кое-что делать. Поэтому я сделаю так. Меняем ракурс. Что-то прям соскучилось. Я, кстати, еще и даже на работе его не ела ни разу. Ой, почавкаем. Это что-то с чем-то. С имбирем. Я хочу ее на имбирь. Сейчас. Кстати, где-то я в ТикТоке, по-моему, смотрела видео про зависимость детей вот этих от всех планшетов, от прочего. Но она была, ну, или китайская, или корейская. В общем, ужин. У них, естественно, тоже, ну, это лапша. И у всех наложено по тарелке. Сидит отец, двое детей. У всех одинаковые порции. Дети сидят в планшете. Отец раз сказал, тишина. Два сказал, тишина. Три сказал, опять в ответ тишина. Он берет порцию детей. Они сидят в планшетах. Или в телефоне. Ладно, что тут. И ест. Там ноль внимания. Хочу.
Естественно, дети. А ел он быстро-быстро, вот прям аж всасывал себя. Бегом, ну вот очень быстро. Это прям таким движением. Они же как-то вот палочками. И, ну, за минуты 3-4 он это все съел. И проснулись дети. А есть-то уже нечего. Так папа наказал своих детей за то, что все делать надо вовремя. Ну как вкусненько. Прям что-то все уже надоело, я не знаю, что. Вика, будешь кашу завтра манную есть? Мне не буду. Почему мне нельзя? А какую тебе можно? Кашу нельзя. А омлет? Буду. Ну, очень вкусно. Прям обалденно вкусно. В общем, днем мы будем есть там, а вечером тут, потому что, ну, сами понимаете, света уже нету, там темно, и получается некрасиво, ну, нехорошее качество, мне не нравится. Девчонки, мне все одноклассники, кто-то пишет, что-то шлют. Я не успеваю. Все. А все. Света кончилась. Везде не успеваешь. Я говорю, даже Юлин канал. Чтобы вести нормально, надо или этот бросать. Ну, почему я не отдала, да? Или ту бросать, в общем, не успеваю. Поэтому лучше на один. Но делать его лучше, качественнее. Инстаграм я, в принципе, не веду. Так иногда фото кидаю. Ну, какой из меня там кореец? А тебе это зачем? Иди ешь свое. Хлебушка. Юля, это хлеб. Ты разве не съела свое?
Я все. Всех обняла. Чмоки-чмоки, пока-пока.